Щелкове определился победитель первенства Московской области среди мальчиков 2010 года рождения. В финале две команды спортивной школы Олимпийского резерва Щелкова с присущим азартом до последних минут игры выясняли, кто же все-таки сильнее. Развязка наступила после затянувшейся серии пенальти, где подопечные Руслана Азизова сумели вырвать победу, а с ней и первое место в областном первенстве. Решающий гол на счету Глеба Серегина. Такой впервые у нас, когда в финале встречаются две щелковские команды, да, то есть это очень круто, и все даже были в шоке, никто не ожидал, что будет так. Это очень хорошо, да, для развития футбола, да, показать, что Щелково – это футбольный город, мы еще раз это, очередной раз доказываем это. Михаил Налетов, Андрей Цеханович, Щелковское телевидение.